Приветствую вас, мои дорогие подписчики! Наконец-то прилетела одна из баг, которых я заказывал. Заказал две баги. Вот, одна вот у нас офна прилетела первая. Сейчас мы ее посмотрим. Скроем. Кстати, прилетела с рваной коробкой. Вот здесь вот в двух местах рваная и заклеена скотчем коробка. Не знаю, где ее рвали. Так, значит, Офна. Офна не столь у нас популярный бренд в России. Мало кто о ней знает, да, кто-то вообще не знает. Это вам не Traxxas, не HPI, не T-Master, к примеру. О, пульт-то какой. Ха-ха, интересный, блин, где-то у меня под рукой-то был. Сейчас вам просто... Ах, не покажу, наверное. Сейчас, секунду. Просто покажу, как китайцы у нас копируют аппаратуру. Это вот аппаратура Офны, без экранчика. Ну, вот такая, да? А это аппаратура китайская, Hobby King, с экранчиком. Есть тоже без экранчика, но, как мы видим, один в один. Вот у нас китайцы скопировали аппаратурку полностью и выпускают под своим именем ХК. Вот 310 у меня моделька. Ну, ничего, кстати, китайская тоже ничего. Посмотрим, как это у нас будет работать. Китайцы, наверное, тоже 8, да... Это большой минус. 8 пальчиков аккумуляторов туда. Так, ну что, здесь у нас триммер, реверсы, расходы. Сейчас не вижу, файл сейф. Ладно, потом разберусь. Мягкое колесико, on-off. Все привычно, на самом деле. Так, еще здесь у нас в комплекте винтики, шпунтики всякие, ключик. О, а где ключик-то? Как колеса ставить? Интересно. Нету пока ключика. Посмотрим. Корпус. В общем-то, что хочу сказать, да, баги, заказал две, ну, одну как-то не актуально брать, для начала заказал две, посмотрел так примерно по ценам, что потяну, вот взял одну Офну, вторую не скажу, какую взял, скоро придет, скоро увидите распаковочку, и, соответственно, раз две баги придет, соответственно, мы поедем на трек день номер два, да, уже поедем подготовлены, хотя бы на тачках, которые больше для трека подходят. Вот как мы видим, такой довольно-таки прикольный протектор, интересный. Так, 4 колеса, антикрыло белое. Как я вижу, пока что я вижу, никаких даже наклеек они не кладут. А, может там инструкция должна же быть. Да, сейчас посмотрим тогда. Потому что на картинке антикрыло все в наклейках. Я подумал, что значит оно будет в наклейках. Смотрю, нет наклейков. Так, пупырка. Значит, прикольно, да. Металлическое шасси. Все металл у нас. Что здесь можно сказать? Я не знаю даже, что о ней сказать. Не помню, сколько регулятор у нас здесь ампер. Может, написано. Влагозащита у нас есть. Приемничек у нас в боксе. Серво, ну, соответственно, тоже, наверное, влагозащитная. Так, что-то нам здесь про пиньон 14 пишут. Отклеим, потом почитаем. Леопард. Движок Леопард. Тут все открыто. Так, ну, значит, полный привод. 8 масштаб, 495 миллиметров в длину у нас. Давайте сейчас я посмотрю. Что-то там есть у нас или что-то там нету у нас. Да, там что-то у нас есть. И да, это что-то вроде там... О, наклеечки, отлично, отлично. Так, здесь какие-то мальчики. Инструкция к нашей баге Офна. Никогда не было у меня Офны, поэтому заценю фирму. О, сколько, много. Интересно. Клипсы 3. Нет, давайте я открою, там что-то... Даже больше... А, нет. Одна, к сожалению, большая, и вот много маленьких. Вот это они молодцы. К примеру, тот же всякий Thunder Tiger, T-Massa, Rival, EMTA приходит без наклеек. То есть вообще народ просто жадничает. Я не понял, где ключ. Я как закручивать-то буду? Здесь тоже какое-то у нас предупреждение. Давайте я сейчас на лифте спустимся немного, на этаж пониже. Все, приехали. Так, здесь у нас тоже какое-то предупреждение, 242 еще номер пишут. Амортизаторы 16-миллиметровые,
алюминиевая крышка, скорее всего, да, корпус алюминиевый у нас, и имеет пыльники уже, очень прикольно и актуально. Стабилизаторы поперечной устойчивости спереди и сзади, мы можем тоже их видеть. Да и все, полный карданный привод, питается аккумуляторами 4S, вот такой вот у нас отсек для батарей, довольно-таки прикольный, тремя, фиксируется тремя этими. Тремя этими самыми. Разъем придется перепаивать. Просто ради интереса сейчас в отсек войдет или не войдет. Оп, входит, ура! Да, по ширине вроде тоже войдет. Кстати, два аккума у меня. Чтобы 4 банки у нас, да, работало. Да, отлично, идеально, идеально подходит, супер. То есть, аккумы прикольно они и на саваж, на мелкий саваж, и на всякие ЕМТА подходит, и на ревалы, везде встает, даже в жестком корпусе, чтобы 4, на 4 банках ездить. Ну, на саваж на 2. Так, сейчас, значит, поставим колесики, тут откуда-то грязный. Прикольно, на самом деле, выглядит добротно, вся подвеска, скажем так, пластик, на вид прочный, но как он будет там в реале, посмотрим. Так, сейчас поставлю колеса и прикручу спойлер, и посмотрим, как она у нас выглядит. Так, ну, собственно, вот такая она у нас. Пока без наклеек, потом я ее заклею всю. В принципе, да, я не понял, где единственный ключ. Здесь баллонник на 17 нужен. Но у меня от Ревал я нашел, и поэтому проблема у меня не вызвала. Непонятно, корка, да, вот так болтается, то есть она закрепится, так шатается, непонятно. Ну, что могу сказать, довольно-таки приличного размера, ну, 1.8, это богиня 1.8 у нас, это не монстр, который будет еще больше на почти там 10 сантиметров, да, ну, поменьше чуть и шире. Вот, но, я не знаю, за эти деньги, то есть, можно купить Rustler VXL заднеприводный с поддержкой 3 банок, да, либо багу полноприводную, офну. Ну, не знаю, как с запчастями, на самом деле, даже не смотрел, в России есть они или нет. Ну, если что сломать, придется уж из США опять заказать и ждать. Но первое впечатление, конечно, прикольное. Уже чувствую, как она отлично управляется. И очень-очень хочу на ней позажигать. У меня никогда не было баги, на самом деле. Все. Всем спасибо, ждем вторую багу. Скоро, да, сделаю ее распаковочку, как придет. И будем гонять на треке. Все, всем спасибо. Не забываем подписываться. Да, если не подписаны, конечно, оставлять комментарии и лайкать видео. До встречи!